Значит, в субботу на молочной... Ее же только недавно открыли, в декабре только, да? Ну, в смысле, мы берем уже. На молочной кухне взяли молокопродукты и произошло отравление. Воскресенье утром была работа, понос, и в понедельник с утра мы сюда приехали. Возникло подозрение, что это, возможно, произошло не отравление, а инфицирование продукта, возможно, в детской молочной кухне. Мы отобрали все продукты, сделали смывы, обследовали всех сотрудников молочной кухни. Сейчас все пробы находятся в работе. Я тогда через Макса сообщу. Так, администрация там вот дальше, да? Саму палату вы не сняли здесь? Не, ничего не сняли. Больница. Номер один. Да. В субботу, по-моему, а в воскресенье температурка до 38. И тошнота, рвота сильная была. В больницу? Не. А что? Ну, у нас доктор приходит сам. Это ужасно. Я вообще доверяла кухне этой полностью. Вот она открылась где-то перед Новым годом. Ну, мы, по-моему, не помню, с января или с февраля питаемся. Я очень довольна. Mm-hmm. Очень довольна продукцией. Вы, простите, пожалуйста, вы случайно не папа, который пострадали от молочной кухни? Нормально.